Это не трюк и не какой-то обман, все по-настоящему. В общем, стальными бывают не только нервы, но и другие части тела. Спокойно смотреть на эти кадры, конечно, трудно, особенно мужчинам. Но этот мужчина вот из Индии, как сам уверяет, не чувствует боли вообще, даже когда его бьют битой. 34-летний Амантип пошел на такой шаг, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса.